Вторая мафия начинается трогательно и душевно, как будто любимый друг детства заглянул в гости на чашечку чая. И вроде есть беспокойство, что не о чем говорить, что старые чувства угасли, да и сам друг выглядит не так, как ожидаешь. Но все равно, ты рад ему всем сердцем, искренне рад. Вита, сынок, ты вернулся. На этот раз нам решили поведать историю Вита Скалетта. Это сицилийский эмигрант, познавший все тяготы большого города. Только властные дяденьки в дорогих плащах внушали ему надежду на лучшую жизнь. Он быстро смекнул, что честным путем много не заработаешь. И вместе со своим товарищем Джо начал понемногу подворовывать. Чуть ли не первое большое ограбление закончилось провалом. Вита был арестован и, если бы не военное время, наверняка сел бы надолго. А так его отправили на фронт бороться с войсками Муссолини на своей исторической родине. Служба в десанте проходила более чем успешно. Пурпурное сердце и крест, кому попало, не вручают. Лишь случайная пуля прервала бравое восхождение по военной лестнице. Вита вернулся в Empire Bay. Старый мир, старые друзья, проблемы с деньгами моментально заставили вернуться к былой жизни. Разве что вместо уличного разбоя ему предложили роль профессионального преступника. Я говорю о том, чтобы убрать кое-кого. В духе завязки построена и вся история. Без особой романтики, присущей классическим гангстерским фильмам. Без неуместного веселья и натянутой зрелищности. Иди ты, звезда с ушами. Иногда даже не верится, что тебя заставляют грузить коробки или нелегально продавать сигареты. Вита, подай блок красный. Кажется, ну что за дела? Это криминальный экшен или что? Где налеты на банки? Где кровавые вендетты? Где, в конце концов, мудрые доны с их отцовской моралью? Вот же свинья. Так удивляешься, пока не вспоминаешь первую часть. Она была почти такой же размеренной, немного задумчивой. С долгими разъездами из одного конца карты в другой и обратно. Со столь же тугими машинами, как и здесь. Как и в прошлый раз, нужно уловить особую атмосферу, которая и превратит неторопливость в увлекательный процесс. Бога в душу, мать! После этого начинаешь замечать, что соблюдать правила дорожного движения необычайно интересно. Уже и не хочется гонять, а напротив, есть желание проехать максимально аккуратно. Чтобы вот без единой царапины от начала и до конца. Как, по идее, и должно быть. Мафия в этом плане намного более серьезна, чем та же GTA. Здесь не поощряется безудержная стрельба по прохожим. Здесь штрафуют за превышение скорости, а герои вовсе не супермены. Они рядовые горемыки, которые посидеть успеют, и с пьяну труп закопают, и близких родственников потеряют. Нет, нет, нет. Практически все, что было в первой части, вы найдете и здесь, за небольшими изменениями. Полиция блюдет закон, но уже не зверствует. Преступления все так же делятся на мелкие, средние и серьезные. За первые штрафуют, за вторые арестовывают, за третьи объявляют в розыск, либо стреляют на поражение. От закона можно либо откупиться, либо спрятаться. Ну, там сменить внешность или перекрасить авто. Управление транспортом осталось своеобразным, но уже не доставляет столько неудобств, как раньше. Нет никаких непроходимых гоночных миссий. Раздражает только излишняя медлительность некоторых моделей, да узкие повороты, в которые трудно вписаться на большом грузовике. По-настоящему огорчают лишь дебильные чекпоинты, отсутствие всевозможных мини-игр и ограниченная свобода. В том смысле, что здесь песочница полностью управляемая. Пока ты идешь по сюжетной линии, все в порядке. Тебе подкидывают ругающихся супругов у машины. Да кто тебя в задницу укусил, а? Или там лающую на бомжа собаку.
Но стоит сделать шаг в сторону, как понимаешь, делать в Empire Bay толком и нечего. Жизнь самого города смоделирована не так тщательно, как это можно видеть в четвертом GTA. Расстраивают и толпы клонированных жителей. Это слишком бросается в глаза и, безусловно, является минусом. Но не настолько значительным, чтобы говорить о провале. Может, вокруг и декорации, но, черт возьми, красивые декорации. Уровень детализации, физика, все мелкие детали приятно радуют. Играть, разумеется, надо в PC-версию. Считайте нас безнадежными романтиками, но обледенелые дороги, частицы снега в свете фонарей и отлетающие бетонные крошки тронули наше сердце. Единственное, с чем действительно не поспоришь, это отсутствие новизны и прогресса. Режим Free Ride также хотелось бы видеть. Тем более, что его вроде как начинали делать. Поэтому, если вы ждали чуда или там песочницы а-ля GTA, то вы точно останетесь разочарованными. Чехи сделали не прорыв, а просто хорошую игру. В чем-то исключительно для фанатов. А все эмоции по поводу рухнувших надежд — это уже вопрос к неправильному пиару. Наши ожидания вторая мафия вполне оправдала. Эти кретины и не узнают... Бог ты мой! Что за чертовщина? Что за черт? Я не знаю. Она как рванет. Едва заметь.